тополя, твоя доля. Твоя доля світла, тополина. Ветеранов и инвалидов. Крутько Мария Федоровна. Дорогие друзья, у нас сегодня премьера новой номинации. Будут еще лауреаты, но сегодняшние первые из первых, лучшие из лучших. И такими они останутся первыми навсегда. Мы гордимся нашими жителями. Нахимовцы всегда первые. Вот они сегодня на сцене наши лучшие. Вас с праздником. А также поздравляю с теми талантливыми людьми, которые живут среди нас. Дипломом лауреата творческого проекта «Гордость района» награждается хореографический ансамбль «Теремок» дошкольного учебного заведения номер 63, руководитель Татьяна Мормышева. Участники районных и городских конкурсов, неоднократные лауреаты конкурса «Февральский звездопад», участники концертов, посвященных Дню защиты детей на эстраде Приморского бульвара.